Совет ректоров Алтайского края и Республики Алтай в ближайшее время может претерпеть серьезные изменения. Как пишет Политсибро, совещательный орган предполагается расширить за счет включения в его состав президентов вуза. Более того, председателем совета в этом случае станет президент Алтайского госуниверситета Сергей Землюков. Еще в прошлом году при Совете ректоров была создана рабочая группа, куда вошли по одному представителю от каждого регионального вуза. Ее задача – разработать новое положение о Совете ректоров. Предыдущий документ был принят несколько лет назад и, как считается, уже утратил свою актуальность. Обновленной концепцией занимались две команды, одна под руководством ректора медуниверситета Игоря Салдана, другую возглавил Сергей Землюков. Бийским бездомным разрешили жить в социальном центре до конца морозов. Центр для тех, кто не имеет крыши над головой, переполнен, но для людей организуют дополнительные спальные места, сообщают «Аргументы и факты» на Алтае. По правилам, посетители центра могут там находиться до одного месяца, но в исключительных случаях ограничения сняли. Всего в центре 48 мест, сейчас там уже находится 60 посетителей. В Барнауле будут судить местного жителя, который купил в переходе сотовый телефон и расплатился за него дублями. В переходе на площади Октября в одном из киосков он приглядел телефон, который решил обманом украсть. Денег у него не было. Он предложил продавцу перевести часть средств через терминал, а часть отдать наличкой. В итоге он перевел всего 150 рублей и передал две бумажные купюры, на которых было написано «Билет банка приколов 2000 дублей». Продавец подмены не заметил. Во время расследования злоумышленник вину признал.